спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В субботу в Самарском регионе облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Жара немного спадает. Температура воздуха днем плюс 23-26. Ночью облачно с прояснениями плюс 16-18. В Сызрани в дневное время облачно с прояснениями, плюс 23-25. Ночью пасмурно, плюс 15-18. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Тольятти днем плюс 23, малооблачно. Ночью плюс 15-18. Северный ветер 2-5 метров в секунду. В Самаре днем малооблачно, без осадков, плюс 25. К вечеру облачно с прояснениями, ночью плюс 16-18. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 51%. Температура воды в Волге плюс 21. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.